Спустя 9 дней полицейские нашли водителя, который, сбив первоклассника, скрылся с места ДТП. В начале месяца текущего года силами сотрудников отдела розыска УДП ДВД области в ходе проведения розыскных мероприятий был установлен водитель автомашины, совершивший наезд на 7-летнего мальчика. Напомню, что ДТП случилось 30 января в Караганде на перекрестке улиц Крылова и Сакена. В совершении данного происшествия подозревался хэтчбек красного цвета. В результате был установлен 42-летний карагандинец, водитель автомашины «Шкода Фелиция» красного цвета. В ходе опроса он дал признательные показания. Водитель утверждает, что, сбив ребенка, он остановился и предложил мальчику отвезти его в больницу, но тот отказался от помощи. Судебно-медицинская экспертиза установит, какой тяжести мальчик получил травмы. После в отношении водителя будет вынесено процессуальное решение. Обращаемся ко всем водителям. От дорожно-транспортных происшествий никто не застрахован. Не следует скрываться с места происшествия, если вы попали в такую ситуацию. Не советуем после дорожно-транспортного происшествия спасаться бегством. Во-первых, есть реальная возможность спасти людей, которых вы оставляете без помощи на дороге. А во-вторых, для тех, кто скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, наказание достаточно сурово.